я бы очень хотела поздравить свою учительницу музыки. Научила меня, учила мою дочь и привнесла в нашу жизнь очень много прекрасного. Научила любить классическую музыку. Поэтому мне бы хотелось пожелать ей здоровья, успехов в ее профессиональной деятельности. Она до сих пор работает в музыкальной школе города Тулы. Это Логвинова Ирина Сергеевна. Я с удовольствием поздравляю с Днем Учителя всех учителей. Пожелать им много здоровья, благополучия, радости, успеха в учебе, благодарных учеников. Но чтобы у них все всегда получалось. Чтобы каждый день они получали удовольствие от того, чем они занимаются, несмотря на все трудности, которые у них есть. Ну и, конечно же, чтобы были благодарны ученики, были благодарны студенты. Ну и всего им самого хорошего в жизни. Ну, мы хотим поздравить всех учителей, которые преподают нашим детям, нам когда-то преподавали. С праздником! Дорогая Людмила Демьяновна, мы вас поздравляем с Днем Учителя, с Днем Преподавателя. Вы наш один из самых лучших преподавателей. Мы хотим сказать огромное спасибо за то, что вы нас научили, за то, что мы провели последнюю неделю на вашем цикле. Мы очень довольны и... В принципе, да. Огромное спасибо. Спасибо большое. Да. Я поздравлю и любимых учителей со своей гимназией, где я училась. Это гимназия номер 1 города Гродно. Особенно хочу выделить Ирину Анатольевну. Она для меня очень много в жизни сыграла. Ну и поздравить своих коллег, потому что я тоже учитель когда-то. Пока что в декрете вообще. Поэтому я работала в 38-й школе. Всех тоже с Днем Учителя наступающим. Всех учителей с праздником, спасибо вам за ваш тяжелый труд. Пусть у вас будет зарплата получше, а бумажной работы поменьше. Поздравляю наших учителей с Днем Учителя, желаю им всего наилучшего. Здоровья, счастья, успеха во всем. Поздравляем всех учителей с наступающим праздником, желаем им счастья, здоровья и, конечно, терпения. Самое потому главное, что нервов. наши детки сейчас именно терпение, терпение, еще раз терпение. Поздравляю наших учителей с их профессиональным праздником, потому что это очень тяжелый труд работать с людьми, особенно с детками, поэтому успехов им и здоровья, и чтобы все было хорошо. Хочу поздравить учителей моей школы Новодворской. Спасибо большое им за их труд, за терпение, за то, что они делают большой вклад, большое дело, воспитывают нас. Вот. Большое им спасибо. Желаем им терпения, самое главное, с детьми, чтобы донесли до детей, учеников все свои знания и всего-всего им самого наилучшего. У них самая тяжелая работа, они молодцы, учат наше будущее поколение, молодежь для нашей прекрасной родины Беларуси. С праздником вас, дорогие учителя! Счастья вам, здоровья, вдохновения, ну и, конечно, терпения. Хороших вам учеников, послушных.